меня новый меч. С тобой. Ну, в общем, короче, погуляем. Еще есть где посмотреть. Прикольно. Мне тоже нравится. За 3 дня. Буду теперь все видеть. Вот, но они более слабые. Были у меня очки на минус 3, сейчас у меня очки на 1.5. Ну, все равно, 5-го места не рабочего. Да. Так что потихоньку я все вижу. Так. Олимпиада. Тут вообще его не будет. Там музыка. Мне до сих пор плохо. Фонтаны. Я устала ехать. О, наконец-то торговые центры. Наконец-то торговые центры, господи. Слушай, а вот частный диван, что, хороший диван, нет? Никогда не пробовал. Там написано. С телеком гребаный. А тут есть их. О, ДНС. О, ДНС. Это те, кто подарил мне MacBook. Так что ДНС хорошие ребята. Интернет-клуб. Угу. Точка. Не, вот сейчас Лавпочтам. Лавпочтам, там красивый этот фонтан и красивый пальмы. Вот такое место. Синнабон. Синнабон, кстати. Братишка мне покупал Синнабон. Вообще прикольные штучки. Да. Синнабончик. Да, не, он прекрасный. Братишка. Вот 100 метров и штаб наш. Направо, полево? Направо, по левой стороне. Ну, фонтан, почта России. Почта России тоже нормальные ребята. Вот те фонтаны, вот те рыбки, эти самые. Дельфины. Дельфины, да. В смысле, а что ты за меня отвечаешь? Ты сказал, что я пальмы за меня занимаю. Ну я за меня, я все прямо, я оригинал. Пальмы. А что пальмы? Пальмы как пальмы. Маленьких мужики надо. Дерево? Фиг бы. По серпантине.